Смены в школьных лагерях подходят к концу. Заключительным этапом стала спартакиада «Звонкое лето». Она проводится традиционно уже несколько лет. В этом году в ней приняли участие воспитанники 2-й школы и 4-й гимназии. На соревнования попали самые сильные и активные. За состязаниями наблюдала Елена Васильевская. 9-летний Максим Гаврилов в пришкольный лагерь ходит 2-й год. Нравится то, что не сидишь на месте, признается мальчик. К заключительным стартам готовился заранее и основательно, ведь на нем особая ответственность. Он капитан команды. Чтобы я победил, что у меня лучшая команда, что у меня лучшие в команде ребята, что будут все болеть за нас. Программу стартов готовили заранее. Изначально планировали сделать полосу препятствий и небольшие спортивные состязания. Но решили ограничиться лишь первым, чтобы не утомлять детей. Целых 25 метров удовольствия. Перед стартом обязательно снимаем обувь. Прохождение дистанции босиком и помогает в соревнованиях и менее травмоопасно. Забраться, залезть, скатиться и пройти даже самые узкие тоннели. Для азартных детей это не представляет труда. На полосе препятствий встретились команды 4-й гимназии и 2-й школы. Детей разделили на две возрастные группы – до 9 лет и от 9 и старше. В общей сложности на площадке собралось 40 ребят. Большое внимание уделяется развитию спорта и профилактике асоциальных явлений, вредных привычек, вот именно через привлечение детей к занятиям спортом с самого раннего возраста. Подготовить команду к стартам – задача не одного дня. Сплоченная работа вожатых и грамотный распорядок дня – вот залог успеха воспитанников. Как готовились к соревнованиям? Спортивные игры, веселые старты, спартакиады местного такого школьного лагерного значения. Футбол постоянно каждый день. И очень многие хотели в команду, но вот выбрали лучших. Горки и лабиринты команды проходили 2 раза. Каждый раз меняли туннель. Все на скорость. В среднем на одну дистанцию участнику понадобилось 35 секунд. Понравилось скатываться с батута. Ну, и пока мы выигрываем, мне все нравится. Мне очень понравилось батут соревнования. Выступила я хорошо, пробежала быстро, обогнала соперника. Мне понравилось, как мы там проходили вот эту горку, вот эти как там биты вот эти. И все. Оба лагеря поровну получили сладкие призы, игрушки и спортивный инвентарь. Последнее сразу отдали детям, чтобы заключительные дни смены в лагере они провели еще с большим удовольствием и успели обновить подарки. Елена Васильевская, Дмитрий Алексеев, служба новостей.